Здравствуйте, уважаемые друзья! Наконец-то мы получили катушечки Cadence. Это CS5, моделька серия Pro с аббревиатурой MG, новая совершенно. Вот они приехали к нам. Это та серия, которую мы ждали с передаткой 5.2. То есть мощные силовые оптимальные катушки, которые подходят отлично на баллонки, матчи и 4000-е, и те же 3000-е на федера размеры. Катушки, да, уже известны, уже хорошо зарекомендовали себя, поэтому и не хватало именно вот этой передатки, да, и 9 подшипников здесь стоит качественных. Поэтому, скажем так, давайте я сейчас покажу вам каждую поближе, подведем камеру к рукам, я вам, ну, двумя словами расскажу самые основные характеристики, ну, а дальше дело за вами, заказывайте и не забывайте про подписываться на наш канал, это YouTube канал, да, и сеть ВКонтакте, Телеграм-канал, Рутюб, у кого есть Инстаграм, Фейсбук, все это вам обеспечит бесплатными запасными частями на удилище, купленные у нас в период проведения акции. Поэтому подписывайтесь обязательно, не смотрите их, не смотрите мои ролики просто так. Господа, ну вот мы Константина Михайловича попросили покрутить катушку, поснимаем его руки. Вот, а я вам двумя словами скажу. Значит, у нас 4000-я моделька в руках, передатка у нас 5.2, 79 сантиметров за оборот, 9 килограмм на фракцион, 270 грамм вес. Ну, соответственно, 9 подшипников везде, монки входят 0,3, 180 сантиметров. Ну, 4000-ный я начал, потому что одна из самых популярных и катушек востребованных для фидера, для семерки баллонки, для мочевок 420-х, 450-х. Ну и, в общем-то, конечно, 90% это фидерная. Видите, переключение есть назад-вперед. То есть для меня лично этого не хватает в современных катушках. Шимана, Дайва, как вы знаете, практически перестали это делать. Отличный ход, переключение изумительное, глубина шпули алюминиевая, значит, ну и, соответственно, двумя словами по в общих чертах, да, серии конкретно, то есть, ну, как я сказал, 9 шариков подшипников, один мгновенно антириверсный, плавный, прочный, устойчивый к коррозии, карбоновый корпус, карбоновый ротор, легкий, жесткий, то есть вопросов никаких здесь не возникает, тормозные диски фрикциона, из карбона, так называемого, ну, углеродного волокна, они пишут, производитель, ну, это карбон. Шпуля алюминиевая, ручка с алюминиевого сплава, которая непосредственно вкручивается. Ну, шток из нержавеющей тоже стали, прочный, долговечный, надежный. Ну, 4000-ые вы видите. Давайте мы тогда Константин Михайлович попросим 3000-ую взять. Да, я двумя словами также о ней рассказываю. 5.2 точность, также передатка, как и у всех, 75 сантиметров за оборот шпули, 9 килограмм на фрикцион, 241 грамм весит, ну и, соответственно, монки 0,3, ну, 0,31 миллиметр, 125 метров наматывается. Ну, следующая у нас 2000-ая. Вот так вот мы в 4 руки. Я снимаю, Константин Михайлович крутит катушку, чтобы как-то вот наглядно это все было. Видите, переключение он показывает, везде есть. Значит, также 2000-ная в руках у Константина Михайловича. 5.2 передатка, 71 сантиметр за оборот. Смотрите, какой ход потрясающий, да? 7 килограмм вес на фрикцион нагрузка, да? Ну, не вес, а нагрузка на фрикцион. 235 грамм вес. Ну, соответственно, 0,23 миллиметра диаметр монолески, 180 метров ее входит. Давайте просим Константина Михайловича еще последнюю единичку, ну то бишь тысячную, как мы их называем, взять. Здесь у нас получается 64 сантиметра за оборот, 5 килограмм нагрузка на фрикцион, лесоемкость 0,2 миллиметра толщины лески, 170 метров сюда входит, вес 190, 9 подшипников, как и весь, как я сказал, поэтому вот это вот такая спиннинговая тема, либо баллонская, там 4-5 метров баллоночки очень многое берет, но надежность, вот чувствуется, видите,
руки не маленькие у Константина Михайловича, и он, видите, даже в его руках чувствуется действительно, как говорят, вещь, да, с больших букв. Ну, господа, посмотрели, отличнейшие катушки, надежные, у меня в руках их много перебывало, у нас тут некоторые спортсмены рыболовы говорят, что это не хуже Шимана и Дайвы многих моделей, которые популярны. Ручка вкручивается, повторюсь еще раз. Мощная нагрузка на фикцион, там порядка 9-7 килограммов, как я говорил, даже в небольших сериях, с алюминиевые шпульки, глубокие, то есть даже в руках, вот я ощущение вещи, надежности, да, вот это вот для меня крайне не хватает у некоторых моделей, да, но вот даже вот сейчас при вас, то есть только-только мы вытащили из коробок, отличный ход, плавность работы фрикциона прекрасная, еще раз, ну, не буду повторяться уже. Обязательно прошу, если хотите мне сказать спасибо, хоть как-то и небольшой свой подарок и вклад для меня сделать, подписывайтесь, пожалуйста, не смотрите без подписки YouTube-канал, обязательно подписывайтесь на Telegram-канал. В Телеграме отвечаю только я, прямая ссылка на Telegram и на все остальные соцсети под, в описании под роликом. Для подписчиков бесплатные запасные части – для удилищ, купленных у нас, ремонт с бессрочной гарантией, часто бесплатной даже, и бессрочная гарантия на те же удилища, которые у нас покупаете, различных фирм-производителей. Всего вам доброго и до новых встреч!